Так, ребятишки, вас приветствую. Я сегодня на работе. Времени, конечно, я заметил, что времени на работе что-то делать для YouTube очень сложно. Сегодня я делаю тестов, делаю его, в принципе, очень быстро. Компоненты все расскажу, покажу, какие компоненты нужны будут. Все подробно напишу. Так, у нас уже вторую неделю стоит в Германии, очень сильная жара, поэтому я одет так сегодня по-спартански, чтобы мне просто не задохнуться здесь. То есть погода вообще. У нас два вентилятора работают, один здесь, то есть я могу сюда на себя направить, туда направить, и один сверху. Потому что было темно, не ровно, прохладно. Двери все открыты, и, короче, климат-лага не справляется. Вытяжка не справляется. Вот вроде бы все. Так, короче, я приступаю. Поехали. Что? Значит, возьмем для теста, я возьму базилик. Я его уже сюда нарвал. Так, вместо кедровых орехов я возьму земляные орехи. Они уже построены, то есть они уже будут в такой упаковке. Так, пармезан у меня здесь есть уже готовый. Соль, перец и немножко масла. Масло я возьму. Но масло я буду брать простое тоже. Нет у меня специалистского, но это сюда. Это не имеет значения. Я сразу немного присолю. Присолю, потому что соль растворяется очень плохо. Только не переборщить, главное. Сразу дать немного масла и много. И начну. Deine Kopf? Nicht rauchen. Kopf rauche ich hier rein jetzt. Ah. Erst nicht Kopf. So, ja? Jawohl! Консистенция должна получиться. То есть добавить масло вы можете всегда, но это не главное. Все очень просто, очень быстро. До свидания. Danke.